Всем привет, с вами я, Чувая Маша. Сегодня я покажу свои упражнения на растяжку и на растяжку подъемов или стоп. Итак, поехали! Мы не забываем, что сначала мы делаем разогрев. Сейчас я вам свой разогрев покажу, а дальше просто повторяйте за мной. Надеюсь, у вас все получится. Итак, поехали! Сперва мы разогреваем шею. Мы делаем 10 раз в одну сторону, 10 раз в другую. Вращение головой. Потом мы наклоняем голову вперед, назад, вправо, влево. То есть делаем наклон. Итак, начинаем. Теперь делаем наклоны. Итак, мы сделали наклоны. Сейчас мы быстренько разогреем стопы, поскольку стопы мы сегодня будем тянуть. Мы делаем подъем на себя, как можно увидеть, и пятки мы отрываем. И начинаем вытягивать по очереди. И так делаем много-много раз. Примерно 20. Спину мы при этом держим ровно. Теперь, когда мы уже сделали быстренько наши подъемы, мы сейчас будем их делать тоже круговыми движениями. Сначала мы вытягиваем их на себя, потом делаем в стороны и потом вытягиваем. И так можно и в обратную сторону. Итак, поехали. Итак, я сделала. Теперь мы ближе подвигаем к себе, то есть сгинаем колени, буквально в группировку. Потом ставим наши пальцы нашего подъема и начинаем выдвигать их медленно. И потом отрываем пятки, вытягиваем на себя подъем. И так тоже делаем много-много раз. Например, 10-20. Итак, я сделала. Сейчас мы сделаем выпады, чтобы разогреть наши шпагаты. И, конечно же, любимая лягушка, задняя и передняя. Итак, начнем мы с правой ноги. Начинаем. Мы встаем в выпад. Подъем мы кладем задний. Передней ноги у нас тупой угол. Итак, отводим руки назад и делаем прогиб. Итак, мы висим где-то 10-20 счетов, то есть секунд, висим, и у нас должен образоваться провис. Дальше, если вам уже не больно, то вы можете немножечко понижаться и вот таким образом растягиваться и садиться на шпагат. Но для начала мы сейчас разогреваемся, поэтому пока что просто висим, даже если у вас есть шпагат. Дальше, когда мы уже повисели где-то 10-30 секунд, то мы после выпада встаем на локти. Колено мы туда не отодвигаем, то есть в сторону. Мы ближе подвигаем его к плечу. То есть оно у нас вот здесь. Вот, вот тоже в таком положении мы лежим, сидим. И потом переходим на заднюю ногу. В задней ноге у нас около 90 градусов. Здесь у нас передняя нога, она у нас прямая. И здесь у нас будет тянуться наша подколенка. И вот такими вот движениями мы подходим. Если вам не тяжело, мы стоим на локте в этом положении. Теперь обратно в выпад. И садимся в шпагат. Если у вас его нету,
то вы можете висеть. Вот мы на заднюю ногу встаем на подъем, потом держимся двумя ногами, вот так вот, и начинаем медленно разъезжаться в шпагат. Если вам уже больно, или вы не можете затянуть последние сантиметры в шпагате, то вам уже надо тянуться с поверхностью, но это чуть позже. Сейчас, когда мы сели в шпагат, мы сначала держимся за переднее колено, сидим просто, а потом, если у нас сейчас правый шпагат, то мы левую руку кладем на правую ногу, а правую руку на левую ногу, чтобы бедра у нас не выворачивались. Сидим. Так, посидели. Можно отдохнуть. То есть мы садимся вот в такое вот положение и начинаем прокручивать наше бедро. Угу. Прокрутили. И сейчас мы будем тянуть наш поперечный шпагат. Мы делаем лягушечку. Самое близкое расстояние у нас будет вот где у меня, допустим, это близко, где у нас колени не лежат. Если они не лежат, значит, это самое близкое расстояние. А вот на этом расстоянии уже они лежат. Поэтому мы продвигаем самое близкое расстояние. Начинаем вот такие вот движения делать. Небольшие, но это не сильные, потому что если вы будете делать резко, то связки могут порваться. Поэтому делайте это очень осторожно и аккуратно. Плавно. Делаем очень много раз, 40-50 раз. Так, теперь закрываем и медленно открываем и придавливаем руками. То есть делаем небольшой нажим на наши колени. Тоже делаем осторожно. Делаем 10 раз. Итак, мы сделали нашу бабочку. Мы сделали нашу бабочку. Сейчас мы делаем заднюю бабочку, то есть это буковка П, только сзади. Мы в нее ложимся и растягиваем наш шпагат. Это тоже очень важно. Потом делаем прогиб. И тоже тянем ее. Потом, когда мы ее потянули, одна нога у нас остается в углу 90 градусов, а другая выпрямляется. И мы тоже сидим, чтобы у нас все растянулось. Сидим, посидели и переходим на другую ногу. Тоже 30 секунд. Когда мы потянули заднюю бабочку, то мы уже можем переходить к самому поперечному шпагату. То мы вот так вот раздвигаем ножки, не до конца поперечный шпагат. Потом ложимся левой рукой правой, а правая рука к левой ноге. Итак, поехали. И к левой. А теперь вперед. Когда мы ложимся вперед, то подъем мы заваливаем, потому что это как бы полупоперечный шпагат. И еще одно упражнение, оно довольно маленькое, это тоже выпады, но мы будем переходить из одного выпада в другое. Вот таким вот образом выглядит этот выпад. Остаемся в одном из выпадов и можем сразу переходить на левую ножку. Тоже мы становимся в выпад, качаем немножко.
тоже плавно. Ставим ножку и отходим ручками назад. Переходим на заднюю ногу. Вот так вот. И у нас тоже здесь угол 90 градусов. И подходим ручками. То есть мы делаем все то же самое, что и было в прошлой ноге. На прошлую ногу. И тоже качаем. Еще раз переходим на поперечный шпагат. Делаем выпад. Можно с руками, можно без рук. Зависит от вашей подготовки. И встаем вот такую вот рамку, так сказать. То есть это выпад на поперечный шпагат. И стоим. Далее поднимаем один полупалец, потом второй. И также стоим. И теперь мы можем садиться на сам поперечный шпагат. Итак, мы сидим в поперечном шпагате, тянемся. Теперь встаем уже не на локте, а на ручке. И также, чтобы дотянуть последние сантиметры поперечного шпагата, вам необходимо тянуться с поверхности. Я думаю, это максимально правильно, но главное соблюдать правильность бедер, чтобы потом не было каких-то неправильных затяжек и так далее. Итак, следующее упражнение у нас будет на подъемы. Сейчас мы встаем на подъемы. Сначала мы встаем вот так вот, то есть больше вес на руки, чем на подъемы. И немножко переносим их на подъемы. Стоим так 10 минут. Но я буду, естественно, стоять меньше, так как я всего лишь показываю. 10 минут – это довольно долго. После этого у вас очень сильно будут болеть подъемы, и для этого их нужно закачивать. Итак, мы стоим. Дальше мы берем одну ножку, поднимаем к себе, вверх, в сторону, вверх, вниз, вверх, в сторону. У меня здесь стенка, ну ладно, ничего страшного. Теперь еще раз так делаем 10 раз, каждую ногу. Вверх, в сторону, вверх, вниз. Вверх, в сторону. И теперь просто вверх. Дальше, когда мы все это проделали, вы можете, я повернусь к вам другим боком. Мы встаем просто не на подъемы, а на полупальцы и медленно начинаем переходить в наш подъем. Тоже делаем где-то 10-20 раз. Хорошо, мы это сделали. Дальше это упражнение вообще используют очень многие гимнастки для того, чтобы подъемы были очень красивыми. Мы здесь ставим руки вперед. Ноги у нас должны будут быть крест-накрест. Правая нога, допустим, вперед у меня. Вот я становлюсь на подъем. Другая нога у нас идет накрест и тоже стоит на подъем, но одной коленкой она давит на другой подъем. Сидим мы здесь 30 секунд. Но делаем мы несколько подходов. Так, и теперь на другую ногу. То есть правая коленка будет давить на левый подъем.
Так, мы посидели. И теперь тоже мы делали, как в начале, на разогреве. Мы ножки выдвигаем вперед и начинаем делать вот такие вот движения. На этом все. Спасибо вам за просмотр. Всем спасибо, что ставите лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. И всем пока-пока!